Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кайфорум, Шлёпа, Фриз, Егор, Думыч, Френка, Угабуга. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем здорово. Всем здравствуйте. Однако всем здравствуйте. Мы скачали классные мемы, это 3D NexBot. Будем сегодня убегать, веселиться и угорать, и поднимать вам настроение. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Поехали, Бендер. Каждой смертью все буду больше и больше их ставить. Поэтому до зрителей до конца их будет очень-очень много в конце. И мы даже с ними будем воевать. Ого, это что за читерский? Она очень быстрая. Так, давайте мы ее пока вместе не будем ставить, поставим ее дальше. Опа, погнала. Да-да-да-да-да. Ребята, не забываем подписываться, ставить лайкосики. Ролики выходят каждый день, если вы хотите с нами пообщаться и даже попасть в ролик, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Так, за мной едет. Давайте проверим, как можно вообще от него убегать. От как-то него можно. Убегать. Он ускоряется. Можно, можно. Я проверял как-то. Вот видишь, смотри, я убежал. Так, ставим еще. Еще. Сейчас Дима убьет. Еще. Начинается, ребята, веселье. Ах ты, блин, вот это они сбивают. Очень классные некстботы. Я их, наверное, добавлю в коллекцию. Еще ставим. А, Соник прыгает. Ой-ой-ой, два поставил. Психи, погнали, еще ставим. И еще ставим. Отлично, отлично, ребята. Ну что, начинается куча-куча смертей, которых я буду просто угорать. Я вот тут встану наверху и буду смотреть, как пацаны умирают. И поставим все-таки вот это вот NPC-шку 3D Nexbot'а, который в воду улетел просто. А где она? Как зовут вообще? Плавать умеют. Пикия Бесторсия. Как-то странный никнейм. Тут мышка какая-то. Опа, опа, приближаются, начинаем сюда. Прыгать умеет. А не прыгать? Высоко умеет прыгать? Ну, Соник точно умеет. Ага, я понял. Как обычный Nexbot. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо-тихо, отвали от меня. Отвали. Обязательно тут можно по бортикам. Я знаю, от них, кстати, можно убегать, это класс. Смотрите, смотрите, сейчас упадет. Опа, а я перепрыгнул и упал. И он тоже упал. Ай-ай-ай-ай, валим, валим. Обязательно, так, а где тут типа, быстрый? На улице еще? Бегать или можно... Везде, по всей карте, они тебя все равно догонят. Все, поставил ты психованную. Первая партия у нас что-то подзалипла. Опять в воду улетела. А черный в воду? Поставил. Ой, ой, вот-вот-вот. У соседа прикольная анимация, он будто... Да-да-да, вообще прикольные эти 3D Nexbot'ы. Привет. Ребята, эти моды вышли сегодня. Мы сразу записываем свежачок. Вот у меня подсрачника дали, нормально такой. Главное, чтобы с воды выкинули. Блин, да откуда вы беретесь, психи? А то похоже на эндоскелета, да, как будто? Да, 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 да. Тихо, 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 не психуй! Ё-моё, вот это подача! Психованная лещи раздаёт. Вообще неадекватно, она так быстро убивает, это просто жесть какая-то. Ну ничего. Да мы, пацаны, как мы обычно говорим, мы поддаемся, да? Да, конечно. Скелет! Я удалю все-таки вот эту быструю психичку для того, чтобы нормально повыживать. Так, такая кукла какая-то ходит. Нет, я умер. Я знаю. Это красиво же, но... Ну, вопрос, круто. Что у создателя было в мозгах, когда он создавал... Я не знаю, ребята. Тут есть такие трэшовые моды в Гаррис Воде. Это просто почему нереально что-то. Почему легко убегать? Так, от кого легко? От всех легко. Да? Психички. Да, кроме психички. Ой-ой-ой, я удалил, потому что она какая-то чересчур имбовая, прям очень сложно. Она меня тоже не убивала. А он Бендер, смотрите, как гасает. Какой-то страшный вартигонт. Поставь побольше их, поставь. Помогите. Реально легко убегать. Отвали, Бендер. Отвали, Бендерович. Это, похоже, робот из Фантурамы, что ли? Ну да, 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 совершенно верно, да. Это так вот отваливаем. Микки мне Маус. Кажется, ту психичку надо ставить чисто отдельно, когда мы будем отдельный ролик записывать, потому что так по-другому. Она психичке можно в воде спастись, а она в воде беспомощна. Да, нет? Так вот это она по этому воду и бежит сразу, чтобы вставать беспомощно. Беги, сзади сосед! Я вижу. Это псих какой-то неадекват. Блин, я вижу, потихоньку пацаны умирают и умирают. Можно еще Бендера я вставить. Я забил на себя самого этого. Еще Бендера вставим. Много Бендера. Вот эта музыка орет. Это просто жесть какая-то. Ее отключить не нельзя, мог. Кстати. Они за мной все. На фору. О, все, отлично. Я оторвался, погнали. Пацаны. А, психичка. Все, я вырвался. Психичка вообще возле меня. Место она... на мать. Психичка там прыгает высоко. Она когда попадает в воду. Эй, блин. Там прислал ко мне как дурачок какой-то. Я проверяю пока мисс стрелами, насколько у них жизни много. А! Ну, видно, у меня жизни поменьше. Неплохо, неплохо.
Так, сейчас я возьму оружие. Да что они так бьют меня? Я сейчас попробую как-нибудь, они убиваются. Сейчас возьму монетку и проверю, сколько у них жизни. Да нереально, да ну это нереально, они просто убивают мгновенно. Дима, Егор пишет, что он перезайдет, у него лаги. Бывает, бывает такое, если сможет, пусть перезаходит. Ой, они высоко прыгают. Ой. Не, короче, у них жизни много, давайте тогда можно их, по ним стрелять, только не монеткой, а обычно огнестрельным оружием. Давайте войну против них сделаем, потому что они прям очень жестко бочат. Ну что, щенки? Пошла война против вас. Ну блин, ну они убивают прям сильно. Я вижу, как пацаны сливаются регулярно. Эх, их очень много. Их очень много. На, попей. Зараза. Да что ж такое? Да смотри, догоняет. Даже если быстро бежишь, очень догоняет. Короче, Бенни Хоп не помогает даже, да, от них получается так? Просто психически. Да вообще жесть. Да, это тех легко убил. О, бендер как металлический, прикольно сделано. Ой, звук прям. Они даже эти шарики из ультрапушки не могут убить. Да, я проверял их админским пистолетом. Админский пистолет просто выносит сотни тысяч жизней, поэтому... Она в воде не может ловить. Ай, забавно. Короче, кто по ним стреляет, затем они начинают гоняться, я так понимаю. Так, сейчас, ребята, я возьму оружие. Во! Я убил машинку! Ну, я не убил? Да, я машинку убил. А каким образом? Ты просто стрелял чем-то? Да, я просто стрелял на резко. О, не застряли. Вот теперь если они застряли, я их застрелился. О, АВП возьму. АВП, давай. Блин, ну нереально. О, вижу, еще одного убили. Потихонечку, ребята, мы их сливаем. Не, давай без пушки. С пушкой это читерски, нечестно, не. Не, они не умирают даже с пушки. Все равно, эта пушка, она читерская. О, вышла психичка, пацаны, из воды! Вышла! Она долго сидела под водой и начинает всех мочить. Мы начинаем, ребята, их нагибать. Ой, Бендер на меня разозлился. Три Бендера бежит за мной. Помогите! 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 Стреляйте! Нет! Выходить! Блин, это жесть просто! Нереально убежать. Вы что? Вот это они все. Ого, кто-то уже жопа горит. Строкандос загорелся. Меня выкинули. Да ё-моё. Отвали. Она и нереально убить их. Ну мы убьем, пацаны. Мы же должны всех убить, правильно? Потихоньку мы-то жизни выносим. Каждым разом все меньше и меньше у них жизни. Ого, у него прям на животе остаются дырки от пуль. Офигеть. Терминатор. Так. Во. Погнало. Да откуда ты взялся, чилипиздрик? Сейчас мы, ребята, возьмем. О, давайте будем оружие брать. Сейчас. У нас есть тут еще классное оружие. М9. Во. Вот это уже мощное. Пошло. Где эти заразы? Я должен по-любому кого-то убить. Ой, привет, сосед валяется. Ой, рядом был взрыв. Дима осторожно бежит. Я уже боюсь. Ого, у него уже там... У одного NX-бота столько дырок в животе, он живой. Представляете? Ах, ты что? Вот это подача. Нереально просто. А, психичка пришла. Помогите! Такая скорость большая, что просто игрок, персонаж отлетает нереально далеко. Блин, надо взять двухсток и это... Ух ты! Мы должны убить! Мы должны! Бендеры прикольно разгоняются потом задним ходом. Быстрее психичка бежала. Во-во-во, вот это оружие очень мощное. Отлично, заряжаемся. Вот это оно мощняцкое. А, отвали, морда. Отвали. Да что ты будешь делать, а? Да мечи торчат в земле. Ой. Да ну что ж ты передо мной бегаешь? Так, все, разозлил сильно.
Ай, да ну вы, блин, бегаете передо мной просто. Что такое? А я вижу, их меньше становится, да? Мы сейчас в итоге всех убьем, ребят. Их меньше становится. Меньше, меньше. Или они по всей карте разбежались просто? Так, давайте еще какое оружие у нас есть. Так, это у нас снайперки. О-о-о. РПГ, ребята, беру. Небольшое, мощное РПГ. Красиво там просто заглушил всех. Этот Бендер задрал. О, вон они стоят. Хорош, хорош. Прям размазал. Четкое попадание, но это не берет почему-то. Они очень жесткие. Вам нравятся такие некс-боты? Да. Но психичка нет. Психичка, да. Психичка она как, знаете, дисбаланс делает небольшой. Ай-яй-яй. Но потихоньку мы им жизни выносим, пацаны. Сейчас начнется до того дойдет, что просто будет все меньше и меньше у них жизни, и потом мы просто их всех вынесем за один минуту. Обидно то, что когда ты шутишь, то что ты не можешь стрелять. Ай, на, взрывом задел. Вот это психи, пацаны. Вижу цель. Ой-ой-ой, еще чуть-чуть бы и попал. Вижу, вижу. Не попал, блин, но они реально мощные. Бендер. Есть, четкое попадание. Ай. Не попал. Так, давайте все-таки вот это оружие возьмем. Мне кажется, оно прям очень классное. Они в воде все без помощи. Нет, нет, они могут в воде убить. Неплохо вынес, неплохо. А, патронов нет. И... О, психически летальную шпилой. Да? И киллы давайте. У нас еще... Так. О, РПГ прям оригинально. Психичка как босс в Гаррис Моне. Да, кстати, это правда. Так, давайте выдадим себе патрончиков все побольше. Все как босс. А! Соник, отвали, Соник. Я должен зарядиться и успеть перед смертью нагнуть их. На. Я Соника прям много сломал. Да я не поддаюсь, пацаны. Да мы все подаем. Вот это жесть. А что, убил еще кто-то кого-то чинил? Ух ты, вот это сам себя. Ничего, я думал, я сам себя вообще убил. Ребята, ну лайкосик надо влепить, написать классный комментарий. Смотрите, что у нас вообще в ролике творится. Мочилово, смерти, убийство. Это каждый день было. Я тебя спасу. Хорошо, хорошо, жизнь отнимается. Потихоньку жизни у них отнимаются. Извините, там некоторые обстоятельства. Выдал все патрончика. Пока еще не успели добежать. Спасаю. Спасаю подписчика. Тихишка сделала. Отлично. Ого, он прыгает. Так, он же края лучше не стоять. Тихичка улетела, она не попала по мне. Еще хорош. Хорош. Ух ты! Да откуда ты взялась со спины? Вроде как убежал, аж обрадовался. А, птичка. Ну что-то их, пацаны, не сильно вижу, меньше стало. Все равно их много. Просто я вначале троих убил. Я думаю, слишком слабые какие-то. Так, 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 надо еще искать оружие, которое их может убивать. О! А я знаю, что их убью. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что, вижу, кого-то там убили? А, не, никто никого не убил. Ай. Так, вижу, вижу, приближается. Кстати. Шарец, как его этот ник? Представляете? А нет, попадает, попадает. Иногда попадает, иногда нет. Ты что? Опа, Брэнк убил Дима. Люблю веселиться. Да ты что? Блин, на спауне просто стреляю. Так, давайте... Да ты смотри. Да мы же должны их убить по-любому, пацаны. Ну, 100%. Ну, 99. Так, все, ребята, можно теперь и пушки брать. Любые? Любые, да, которые стационарные. Любые пушки можете брать и мочить их, потому что мы должны их по-любому убить. Можно брать танки? Давай танки. О, давай, и танки можно брать, давай. А в детей превращать можно? Не, вот в детей это, кстати, читерски. Это уже как бы не убийство, а превращение. Ну ладно, ладно. Ну я же должен убить хоть кого-то. Опа, танк, ребята, пошел.
пошел там, и пушки пошли. Пошло, у нас уже теперь тяжелая техника пошла. Ай. Да ты, ну откуда ты берешься, вечно морда? Так, смотрим, убьет кого-то, не убьет. Ай, я ж сгорел в воздухе. Так, гляди. Они очень живучие. Ух ты. Они как будто без... Ого, танки летят! А чё они так танки отбрасывают, пацаны? Всё, в воду улетел. Так, я возле пушки сзади встану, защищай. Бендер вообще мочит. Пушку они не могут, они... Пушку взорвали! Взорвали пушку! Это я, это автомат. Ой, сейчас бомба взорвётся, прощайте. Нет! Мочи, 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 я должен Бендера убить. Да, а они так высоко прыгают? Да! А, психичка! Психичка! Ого, танк улетел! Вы видели? Это просто нереально что-то! Тут уже не Бендер, а друшлаг какой-то, он все равно не хочет убить. Блин, как в Блендере, я там включил и вот так так. А, не жги, не жги, не жги! Стрелы пошли. Я сейчас сгорю, у меня поджог подписчик. Я Бендера убил! Молодец, а чем убил? Я просто в него с этой Entity стрелял. Красавчик, красавчик. Так, Соник пошел. Ого, он там подсрачник дал, нормально так пойдет. Пацаны, я его отвлекаю, помогите. Пытаемся как можем. Давай, мы должны его убить. Я прям четко попадаю по ним, так сейчас не попадаю. Ай! Да он там пинает, ребята! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Ой! Вот это, ребята, жесть! Сейчас одни большие тут парочку бомбок положу. Еще одного убил! Молодец! 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 Воу! Ой. Они не умерли, они кстати. Они выжили. Они выжили, а как так-то? Надо ядерную бомбу. Нет, ой, нет, ой, нет. Ядерная, кстати, их точно не возьмет. Ядерка не... О, один еще умер. Да, еще убили. Еще убили. Молодцы, ребята. Молодцы, сможем, мы проигрываем. Я уже пятерых убил. А ты что, ну кто там ой стреляет? Хорош, мужик. Ты же всех я убиваешь. Они просто там, как я туда стреляю. Так, летит, летят бомбы. Я отхожу и смотрим на взрывы. Улетай, успею, успею, успею. Ой-ой-ой. Живые. Они выжили. Они выжили, я понял. Еще раз. А, это нереально. Вот такой вахханалий мы, кстати, давно не делали. Нет, мой танк. Все, летят, летят, летят. Бум! Еще двое умерло! Убил! Я вижу! И... Ай, все, все, то мы сливаемся все время. Че, мы всех убили? Да. Боже, а это было очень сложно. Было. У тихо, них очень много видел жизни, да, пацаны? Они, да, видимо, я... еще. Нет, они тут поумирали. А не, мы. Я-то не бегаю, это не бегаю. Еще один, еще один есть? Еще один есть. Ну все, да, давайте все будем мочить одного. А там еще психичка и осталась. Дима, я сейчас, видимо, психичку убью. Нет, так. Я убил психичку! Молодец, молодец! Осталось. Все, пацаны, прощайте. Нет. Спасибо, Дима. Я убил Бендера! Есть! У них жизни много! Вот это класс! Я 7 нокс ботов убил. У меня покажу, поздравьте. Победа. Давайте отлети, хоть покажу вам, насколько это было эпично. Вот это чернющий дым. Мы, короче, ребята, следующую рубрику мы снимем с этими NextBot'ами, только будем убегать на машинах, чтобы они машины наши толкали. Это будет эпично. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Подлючка, Гусанёк, Угабуга, Фриз, Профит, Пика. Пацаны, скажите классные слова. Привет. Всем привет, здравствуйте. Я люблю мясо. Всем того самого ТВ. Однако, всем здравствуйте. У нас сегодня очень крутая рубрика, как и обещали, монстры гоняются за нами. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. 3, 2, 1, погнали! Иди сюда, стоять! Не надо. Смотрите, не я надо вообще легко догнать, а нет, я не могу догнать.
Кстати, вы очень быстро ездите, мне тяжело монстром догнать вас. А вот тут ты уже попался. Вот тут ты... Лошара! Ой. Нет. Эй! Все! Отлично! Теперь я беру машину и буду убегать от пацанов. Ого, он, кстати, очень быстрый монстр. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. И обязательно какому-нибудь написать классный комментарий. Кончено. Застрелить отлично. Что, он взорвал машину? Не, не взорвал. Нет. Я просто столкнулся вот так. Это... Кукурику. Это гусь Санька родственник. Кокоду какая-то. Кто это? Крячка бегает. Она вообще дамажит? А все. Изи. А что так легко разве? Ну все, давай, Пика, теперь ты. Твоя очередь. Ого, он какого-то осьминога вонючего. Вообще жесть. Медуза. Бегает просто. Кстати, он очень медленный. От него будет очень легко убегать. Смотрите, просто газу топишь. И все. А какой у них радиус? Ну и все. А как топится? Да я подался. Начинается. Да не, он на расстоянии убил меня каким-то образом. Вот это прикольный челик. Амонгус. Стоять! Стоять! Господи! О! Амонгус. Как-то в этом ролике очень легко убивать пацана. А чё машина не взрывается? На! Уга-буга, щенок! Чё на Friendly Fire сейчас был? Так, давайте возьмем вот этого джипа. Он тоже очень быстрый. Ну что, давай, начинай, мочи нас. Всё, я успел машину... Кстати, этот монстр, пацаны, очень медленный. Он медленнее, чем крячка, то, что я только что играл. Да что так легко, Пика? Ты что, поддаешься, что ли? Не, я хотел просто... Ну давай, Пика, начинай. Опять взял щупальцу. Тебе нравится, да, этот одноглазный щупальчик? Так, надо валить, я вижу, он уже хочет меня убить. Ага. Я уже теперь не дамся, я буду реально очень быстро, ребята, уезжать. В следующем раунде, когда меня убьют... В принципе, я, наверное, возьму спортивную машину. А может, даже и менять не буду. Может, вообще в этом ролике я больше не проиграю. Так, только не врезайся. Сейчас Дим проигрывает. Так, гусь Санька я сразу знаю. У него всегда синяя машина в каждом раунде. В каждой серии, где мы записываем с тачками. На тебе, щенок! Он идет к нам. Он идет к нам. Пацаны, не подходите близко. Не подходите. А все, мы будем его троллить. Гусь Санек! Вот так тебе и надо. Сейчас он тебя убьет. Все. А теперь, гусоньку, ребята, ну никто не поддавайтесь. Давайте сделаем так, чтобы ему прям было очень сложно. Тихо, не надо, не надо, не скидывай, мы же в команде одной. Я просто разгонюсь, чтобы не перевернуться, спрыгнуть красиво. Почему моя машина так колбасит? О, взял крячку. Отомстить хотел. Давай, давай, давай. Не, кстати, машина намного быстрее. Хоть от джипа толкай, это джип тебя столкнет, иди отсюда. Все, машина застряла, иди мочи его. А нет. Потому что ты меня толкал, не надо было меня толкать. Надо валить сразу. А! Я в бордюр врезался! Газуй, газуй, газуй! Отлично, отлично, красиво. Кто это там? Кто вы? Все, взорвал? Там никого не было. А, никого не было. А, газуй, газуй, газуй! Не догони, смотрите, насколько я быстрее этой кряч. Кто на лимузине? Догнал. Да блин, да я... Да ш... Да машина галима, бензинку. Да, но бензин кончился, да... Да, конечно. Так, я буду опять зеленым монстром. Зеленый монстр реально очень быстрый. 3, 2, 1. Погнали. А вот я вижу жертву. Иди сюда! Скорее! Догоню. Это ты на этой белой машине? Да, да, да. Ну как это не догонит? Ты сейчас запоришь. Смотрите, ребята, как он сейчас запорит, и я его убью. О, Годи там сольтухи крутишь. Сразу видно, права купил. Сейчас он упадет. О, кстати, вот там они сейчас попадают в воду. В воду упал, тоже проиграл. А, да? Да. О, смотрите, смотрите. Стоять! Стой! О, а чё? Да лапы короткие! У меня вообще какая-то фигня. То машина, бензин кончился, то лапы короткие. Вот, таксишка. О, стой! Так, что? Давай, а вы меня троллите, что ли, пацаны? Да. Конечно. Ну, есть! Есть! В попе шерсть! Так, ребят, теперь я беру очень быструю машину, потому что я понимаю... Выхода у меня нет, как быстро летать. Ну все, давай, начинай! Блин, у этой машины есть большой минус, она на бордюры не наезжает. С трудом. Да на лимузине, я лимузин сломал. Нет. И давай, взрывай его, взрывай!
не получилось. О, Саня! На синей машине! Да ты, блин, Я тут твое колесо тут держу, если что, запаска есть. Так, кто у нас еще не сливался? Профит. Давай, профита мочи. Кто на таксишке? Кто на таксишке? Я. Я на лимузине, мне нельзя, я депутат. Кошмарного депутата. Это машина у меня быстро. Все, на лимузине сейчас проиграет, смотрите. Нет, давай, газуй, газуй, дружище, газуй! Резко нажимай задний ход и все. Ну! Нет, в воду упал! Саня, я за Таня. Давай, 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 давай! А ты за такси гоняешься? Если не профиты, тогда под лючку. Давай, под лючку, лупаш. Нет, нет! О, лимузинчик вон. А нет, то не лимузин показалось. Давай, гони, 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 я вижу, ребята, сейчас кто-то проиграет там, полюбасу. Есть! Красавчик, молодец, что под личку бил, ибо нефиг. Не поддавайтесь ему, пусть мучается. Он взял медленного монстра, а теперь мы будем просто не давать ему себя убить. Вот тут ездите по центру карты, он никого не сможет убить. Отлично. Не, он не догонит меня, это просто физически невозможно. У меня очень быстрая машина, поэтому... Лох! У меня лимузин быстрее. Не подъезжайте, не подъезжайте, Лимузинович! Иван Лимузинович! Нет, да ну нет. Как он взорвал, ну как? Лимузин! Это я, нет. Потому что длинная Дима, машина. Дима, у него читы были, он на пульт от ядерки. А, я понял, давай. Следующий монстр. Зато в этом ролике мы все сможем поиграть за монстров. Но я теперь не буду поддаваться, я не буду проигрывать. Ты что, подумаешь, что реально поддаюсь? Да у меня машина задрифтила, ну... Гусанёк, ну что ты позоришься? Ой, я сейчас подниму себе машину, сделаю выше ее. Опа. Не надо, опа. Чуть не юзай. Не, я свойство только поднял, чтобы на бордюры хорошо наезжать. Все, крячка пошла. Пацаны, уезжайте, уезжайте все. Ой. Кто на гольф-каре? Да ну что вы все? Зато весело как. Да, вот все, вот так стоим и все, стоим вот так. Так, что, профит у нас теперь за монстра? Вот этот зеленый очень опасный монстр. У него очень большой радиус. Вот так стою. Да ты что делаешь? Извиняюсь, извиняюсь, я думал он просто... На колени. А нет, бежит горилла. Я вижу, бежит. Назад она бежит, господи, назад, назад, назад. Он меня не сможет убить. Назад, 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 назад. Смотрите, просто газуем, просто на все бабки. Ладно, пофиг. Четко. Приземляемся и на все. Смотрите, не может догнать. Ты думал, ты меня убьешь? Не, дружище. Он за мной идет. Не. Да не, не сможет, не сможет. Смотрите, машину поднял, перелетел через яму. Это читы, это читы. Красиво! Вот это было красивый побег. Жесткий, мощный. Так, надо главное держать скорость. Он меня принципиально хочет убить. Ну, удачи. Интересно, если я врежусь? Так. Понял? Понял, это что-то это. Да, ты свойства монстра поменял. Да, конечно. А можно вообще свойства на монстре менять? Нет, нет, нельзя. Ну блин, ну надо было сказать, что можно. Ладно, можно. Хорошо, давайте за белого монстра поиграем. 3, 2, 1. Погнали. А я бегу, лапами махаю. И зеленого тачку убиваю. Смотрите, я его сейчас там впереди встречу. О, во, розовый. Стоять! Нет. Стоять! Ух ты! Ай. На расстоянии убил! Вообще жесть, это было очень легко, ребят. Авария, авария случилась. Так, берем еще быстрее машину. Давай, покажи вещи. Едь, едь, Санек! Да. Это было сильно, это было мощно. Так, пока Санёк берет этот, я себе опять подниму машину, сделаю ее повыше. Мне нравится, когда машина высокая. О, именно джипчик такой. Опять крячку берешь? Ну, крячка реально какая-то такая получитерская. Да он меня хочет убить. Ну, так пусть убивай его. Кто еще не проигрывал? Смотри, там и мочи его. А, взял зеленого монстра. Ой, а что с тобой? Ого. Куда ты улетел, телепортировался куда-то? Так, медузе. Газуй, газуем на всю. Не догонишь ты меня. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ты, Саня, не мог ударить? Эй, блин, у меня машина задымилась. А, не задымилась, то дым с-под колес. Я его пощадил. Спасибо тебе большое, щенок вонючий. Гусь, какой щенок? Гусь вонючий. Что ты там сказал? Это не я сказал. А ты меня не догонишь, можешь даже не пытаться. С
Саня, Саня, я сзади. Да что ты делаешь? Ты думаешь, я лошара там выйду? Я попал! Отлично! Не смог меня убить, отлично! Да пошел ты! Ух ты, видите, как перелетел? Это было эпично! Фильмы можно снимать. Не-не-не, я буду с шифтом так газовать. Ой-ой-ой-ой, Саня. Саня можно убить. Ага, ты думал, я туда поеду? Убиваем Диму. Давай, стань Диму. Ты бы мог обойти. Нет, не мешай, не мешайте, я ж хочу выиграть. Все, отлично, ребята, я оторвался. А мы не хотим. Я оторвался от него, а он за мной. Ну, пока он доедет, я смогу даже колеса поменять себе. Он не режь кандыбает по сравнению с моей машиной, он очень медленный, очень. Он перевернулся, мочи его. А что ты за мной ездишь? Ты же меня обзываешь. Кусок говна. Ага, думаешь, я спрыгну? Ты давай шкандыбай ко мне сам. А, да блин! Молодец! Да, мне помешал человек там, он меня ударил в бок. Потому что арахиты самые умные и сильные люди. Дима, так тебе не было. Да я подался. Да ну блин, я так хотел долго выживать. Ну блин, прикольно, когда за тобой гоняется монстр и хочет тебя убить, это очень прикольно. Возьму вот эту машину, интересно, она быстрая? Так, давайте, кто еще не умирал? Ну, Гусеняк, подскажи мне, кто на какой машине там ездит? Угабуга. Какая машина у него? Меня не надо. Меня надо. Розовая машина, не? Нет, моя. Он меня не видит. А я не знаю, какая у тебя, мне ж никнеймы через машину не видно. Ой-ой. Вон, я вижу. На синей машине кто-то стоит возле воды, я к нему. Это Саня. А вот на этой белой кто? Это я, это Профит. Так. Просто не палите меня. Опа, опа, стоять! Стоять! Он здесь, он где-то здесь на мосту стоит, стопудово. А может он за домом он стоит? А может он там внутри? А ты, блин, не попал. Я там не был. Не надо. Вот это гомонку. Так, фига. Тут никого нету. Откуда ты выйдешь? Вот он, Дим, на мосту стоит. А какая у него машина цветом? Белая. Белая. Блин, не успел. А вот то, на вот то я вижу. За дом, да, заезжает? Собил. Да, вот он, вот он. Вот он, я вижу его. Ну все, щенок, тебе жопка. Смотрите, как я его сейчас убью. Нет, да смотрите, не закосячит тут на бордюре, я его убью. Давай. Нет. А, молодец, спасибо тебе. Да блин, да как он вырвал. Да я не могу попасть. Ну стоять, ну пожалуйста. Сейчас он запорит, смотрите, ребята, сейчас он накосячит. Так, сейчас мы его тут встретим. Сейчас он в стенку врежется, я стану. Вы что, сбили меня? Да. А это что за... А я зачем? Вы... вот так значит. Хорошо. А вот он. Я сбил Диму. Все, есть. Ибо нефиг. Блин, а я не знал, что можно меня сбивать. А ты же как он за маш... Блин, это было прикольно. Так, ну что, давайте, текайте, текайте от него. Сейчас тоже собьем его. Все, я нашел. Получается, можно со всей дури врезаться и сбить, да, его? Да. Сейчас врежемся. Давай, разгоняйся и врежай. Не получится. Не получится. Прощай. Пика не смог. Он остановился, Рекс. Как-то странно. Может, только некоторые монстры сбиваются или все, как вы думаете? Все, наверное. Там не так моторика работает. Да? Ладно, это персонажа превращаешься, ты просто невидимо становишься. А где Дима? Где Дима? Дима на какой машине? Он где розовый, пик? Где розовый? А, вот он. Ты опять за мной? Дима, я не тупой. Отлично! Отличненько! Нет, ты чё? Будем по кругу тогда с тобой ездить. Да, по кругу. Да мне задние колеса пробились. Да ладно, да, а чё? Так это нечестно. Блин, да как так тупо проиграть? Хорошо, давайте вот это опять берем монстра, мне он очень нравится, это очень прикольный. Заново задавим. Так, давайте, кто еще не умирал у нас? Все, короче, бегаю, всех, кто ближе, того и убиваю. Вот, смотрите, стоит на баге. Сейчас он врежется в стенку, затупит, и я его убью, смотрите. Отчитываем время. Это было очень просто. На тракторе. Все, давайте, 3, 2, 1. Кто проигрывает, тот лошара. Тихо, два Дима. Давай, Дима, Не-не-не, я лохом не буду быть.
Ой, не хочу быть. Хочешь. Ладно, я сейчас там упаду, стоп, пройду. Так что, пойдем. А, интересно, или сейчас попробую. Получится? Не, Вика. Не получится. Да, это Дима. Это было эпично, Дима, ребята. Блин. Это было очень красиво. Да блин. Давай Диму. А не, а чё меня сразу? Там куча пацанов. Ты хочешь меня лоха сделать? Да. Я не хочу быть лохом. Я хочу быть хорошим лохом. Ага, конечно. Это все наверх заезжали, очкуют. Он мне колеса пробил. Кстати, тут можно даже колесо отлететь. Что, давай, мочи, 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 вон. Ну давай. Ну блин, он не лох. Так, надо валить. Сейчас ты будешь. Не-не-не-не-не. Блин. Ага! Да тихо! Ты что делаешь? Мы ж свои все. Кроме Дим. Да я что, чужой что ли? Да. О, Саня, Саня, ты застрял. Нет! Есть! Нет, все, ребята, Гусанёк лох! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, форум, подлючка, Фрэнка, заварной кофе, фриз. Как всегда, отличное настроение, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет, братья. Привет. Всем привет. Всем привет. Ребятушки, сегодня у нас очень классный мод, радужные друзья, болдибилдеры. И сегодня будем выживать и мочить их. Если 5 кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Погнали. Они что, между собой дерутся? Да. Да. Ух ты, ничего это себе, ну давайте посмотрим, кто из них выиграет. Я на синего ставлю. Дима. Я на зеленого ставлю. Я тоже на зеленого. Ребята, напишите в комментариях, кто из них выиграет. Я давайте, тебя. Давайте. Зеленый, я же сказал, что зеленый выиграет. Я тоже ставлю на зеленого. Так, а теперь включаем ему искусственный интеллект. Погнали. Вот это они психи. Вот это он быстрый, да? Еще одного, одинаковых поставил. Ай-яй-яй-яй-яй. Умирай. Не, то нифига себе он... Угу, я обкровился весь. Они жестко мочат, пацаны. Нереально же... Ох ты. На расстоянии бьет. Вот это он псих. А че они такие быстрые? Я думал, они будут помедленнее немножко. Я же говорю, они на стероидах. Ребятушки, этот мод вышел сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики. Мы записываем свежайшие моды по Гаррис моду. Обзоры, веселье и угар. И много перестрелок. Может. Да он задрал, он мочит меня и мочит постоянно. Дима, я сейчас описываю этого страха. Нет, ты не сможешь, ты не сможешь. Я сейчас тебе в комнату. Задрал, он догоняет. А, я сгорел. Мы мощнявые, Дима, да? Да, очень мощные, очень. Постараюсь взять машину и на машине поуезжать. И, о, давайте вот эту машину возьмем. Поехали. Дима, я к тебе, подожди меня. Давай, 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 жду, жду, жду. Ай, бомба! Я сейчас умру. Нет, зачем? Ай-яй-яй. Вот моя тачка горит, давайте мы ее удалим. Патроны кончились. Сейчас мы поставим еще разных монстров. Все, я знал, что его убьет сейчас. Все. Давайте прям кончится. Разных будем ставить. Давайте вот этого поставим. Сразу двоих, раз нас много, будет этот челик стоять. Так, уходим, уходим. Ой-ой-ой-ой, он за мной, он за мной. Нет, давайте нет, сюда нет. В здание, давайте проверим, забежит он в здание или нет. А нет, он не бежит он за мной. Он слишком большой. Он слишком большой, он, да. Он просто гигантский, нереально мощный. Полицейская машина, погнали. Они еще высоко где? Прыгают. Да, они, кстати, на небоскреб могут запрыгнуть. Стоять, Дима. Вот только меня не взрывайте. Да стой, к тебе хочу. Она, а, да, еще есть места, садитесь. Отлично. Погнали. Отлично. Едем патрулировать, да, получается? Да, будем патрулировать. Я сейчас попробую в него врезаться. Все, Дима, забирай их. Я в него врезался. Да он не умирает. Он машины не откидывает, кстати. Ничего не происходит. А они слабые. Они ой-ой-ой, жестко. Да блин, дайте я уйду. Так, еще раз. Давайте возьмем другую. Давайте броневичок возьмем. О, моща. Сразу по мне. А как взорвали? Пацаны, ну не стреляйте по мне, пожалуйста. Да не случайно, ты вообще что ты специально попал по мне. Да Дима, это обстоятельства. Смотрите, опять стреляют. Вы что, психи? Так, меняем тачку. Какие-то неадекват... Я к тебе. Так, разворачиваемся. О, убили. Убили? Отлично. Дима, стой, я с тобой хочу. Так, сейчас оставлю еще монстров. Надо сегодня всех успеть поставить. Так, у нас еще вот этот есть. Которого, кстати... А, это другой, я думал, тот, который дрался с ним вначале. Один есть вон еще.
Поехали, Димон, пожарную эту часть. Я газую, я газую. Разгоняемся. Давай. И тараним его. А вот это он ногой бьет. Ну машине вообще нифига, они урон не наносят. О, все, я его машиной просто врезался, он умер. Это было жестко. Там танки взяли. Вот это, мы от этого еще не выживали. Да блин, он топчется по моей тачке. Он пятками нас бьет, блин. Бодибилдеры здоровые просто. Астероиды. Давай, 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 газуй. А, сейчас взорвется эта бомбочка, надо валить. Смотрите, привязался ко мне. Да отвали ты от меня. Тихо, 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 хочет взорвать меня. Мы тебе не спарринг партнера, так что отцепись. Тогда сваливаем. Там вначале был этот спарринг. Да ё-моё, а, всё, заехал, заехал. Ах, не заезжайте там. Вот давайте попробуем его еще раз протаранить. Видите, жизни тратятся, когда я заеду в задний ход. Есть, его вред. Машина, очень легко его взорвать. Ну просто очень легко. Так, у нас еще остались. Давайте теперь от этого челепезрика поставим. Что? Что такое? Я его сразу... Я его машиной мгновенно убил просто. Так, разворотик. Всего да вы что гоните? Что за нечестность? О, это Халк. Это Халк. А, это не да, это да, Халк. Это курица Халк. Это Чика, да? Кто смотрел ролик, где мы смотрели на эти NPC, когда они были маленькие, ставьте лайкосик. Потому что, видите, их делали большими. Сейчас, ребята, я буду много ставить, чтобы уже не было пацанам так легко их мочить. Во-во-во-во-во. Чтобы меня помучились, да, Дима? Тогда. Они что, телепортируются, что ли? Они очень быстро бегают, даже делают умные попытки. Давайте попробуем сбить. Все-таки я надеюсь, у меня получится его сбить. А ты на! Сейчас, сейчас, смотрите, протараню по-любому. Давай, давай, газуй, 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 машинка! Давай! Я смогу, колесо пробили, все-таки они могут уничтожать машины. Они бьют как будто бы, знаешь, так легонечко просто. Ну да, 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 да. Раню. Давай, прям ему улыбки. Давай еще разок. Взорвали! Взорвали тачку все-таки мою, я знал, что этого произойдет. Так, еще берем. Вот такую машину берем. Они только что упили, давайте. Разгоняемся. Все-таки я хочу еще раз врезаться и уничтожить их. Ребята, в следующих сериях мы будем в них вселяться, и будет настоящий игрок управлять этими NPC-шками. Чтобы видеть этот ролик, вам обязательно должны поставить лайкосик. Будет много лайков, мы сразу запишем эту классную рубрику. Вообще легко уничтожаются. Что, всех уничтожили опять? Да. Да, походу. Я двоих. Еще оставь. Так, хорошо. Договорились. Как скажете, пацаны. Хорошо, заходим NPC-шечка. Так, мне показалось, что вот этот самый мощный был у всех. Да, потому что он тогда, кстати, и выиграл того. Надо валить, потому что пацаны меня чувство уничтожат. Надо сваливать от них. Ну, да, давайте врежемся немножко. Сбил! Да ладно! Короче, ребята, когда вы врезаетесь на большой скорости со спины, они сразу умирают. Давайте еще раз попробуем врезаться. Спасем подписчика. Бегу на помощь, как раз со спины бьем. Бум! Не, нифига. Ай-яй-яй-яй-яй. А, он от взрыва машины уничтожился. Давай, давай, мочите, мочите его. Так. Ох ты, блин, задрал, а? Не ставь возле нас, Дима, это опасно. Ты что? Я не буду ставить. Да нельзя так. Это плохо. Так, 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 так. Ребята, я уже управляю этим NPC-шкой. Тестирую его на следующие ролики, как это будет выглядеть. Стоять там! А я танк не могу уничтожить, это очень мощная техника. Вот это вот жестко. Сейчас мы ему поможем. Ах ты, блин, щенок, упал в воду. Так, 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 валю, валю. Кстати, скорость у меня нереально мощная. Давайте проверим. У-ху-ху-ху-ху! Вот это прыжок! Так вот нереально мощный! Давай к нам в гости, Дим. Все, все, все. Я знаю, что танки не могут стрелять высоко. Поэтому будем вот так вот делать. Прыжками уходить. Ой, попали. Тут стоит какой-то игрок, мы его сейчас убьем. Отлично. Держись, Дима. Пассажоп. Стоять! А вот теперь ты должен быть убит. Кстати, спасибо, что его взорвали, сами своего взорвали. Пожалуйста. Вот, я вижу технику. Стоять, псих! Бум! Ах, ты живой еще? Хорошо. Не трогай меня. Ого, машину уже заносит от моих ударов. А вот еще один. Все, да. Уничтожили, уничтожили. О, все, я здание, короче. Все, 10 штук монстров. Вот это они столпились. Я тоже беру, ребята, оружие, и сейчас мы их помочим. Помогите. Надеюсь, это оружие хоть чуть-чуть их убьет. Нет, наверное, не убьет. Давайте возьмем что-нибудь помощнее. У нас есть.
такая штуковина. Во! Вот что их убьет. Вон еще бегут. Промахнулся. Я знал, что они будут уклоняться. Танк просто их отвлекает. Это хорошо. Я их отвлекаю. Отлично. Ай. Ах ты, блин. Сразу пришел, замочил меня. Ой, Сати. Надо валить, надо валить. Ой, ай. Еще раз берем это оружие. О, давайте воздушный удар используем. Мне кажется, это будет круто. Давай. Ой, а тут все, тут все, 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 валю. А тут как раз они там все столпились. Сейчас проверим. Это ребята, я думаю, уничтожить хоть одного. А, не, убил своего. РПГшечка пошла. Блин, как же прицелиться. Во. Не попал. А, вот давайте перезарядимся. Еще есть 6 патронов у нас. Еще раз стреляем. Еще разок. Не попал. Так, надо что-то им серьезное кинуть туда. О, красная граната есть. Ой. Отлично. Хорошая идея. Тут застряли. Вот, Дима, давай. Они да. Тут застряли у ангара. Блин. Я вижу, я кидаю туда красную гранату. Во, жизнь не тратится у них, потихонечку движ пошел. Тут вот еще. Очень много скопления, давай, Дим. Я убиваю, все нормально. Мы их замочим по-любому. Еще. Еще. Еще оружие, что я сомневал. Ух ты, вот это жесть. Ого, искры идут. А, это кто-то фигачит. Отойдите, пацаны, да. Оттуда. Мне интересно, вообще их дамажат эти гранаты или нет? А, наверное, да. Ты думаешь? Да. Хорошо, отлично. Ты что там сделал, Дима? Ты что, обычно сейчас всех угробить? Не надо. Не, я стрельну чуть-чуть. Да, чуть-чуть расскажешь. Ой. Бум, я не достал. А, достала. Кстати, убивает ядерный взрыв их. Ай, горит, 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 горит. А что такой большой радиус? Попка горит. Че, всех убил? А нет, еще он ходит. А он там застрял. А вот, я вижу, еще застряли. Так, давайте возьмем вот такую гранаточку у нас есть. Так, 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 так. Не попал. Ну, потому что на Диму переправляется, а не на меня. Буду брать тяжелую артиллерию. Ай. Блин, а что она такая кривая? Давайте вот так вот прям с навесиком. Во, четкое попадание. Блин, не попал. Так, что у нас еще из оружия есть? Ой. Так, снайпер. О, миниган. О, вот давай. Это оружие, я думаю, справится. Ай. Ой. Ой, танк улетел нормально. Погнали. Ой, отлично, уничтожили. Ура. Ох, кто-то пушку послал. Давай этой пушкой попробуешь стрельнуть. Только, пацаны, сейчас я отключу искусственный интеллект, а он пусть с пушки гахнет. Проверим, уничтожится или нет. У меня есть мощнее. Давай, стреляй. Так, смотрим. С одного раза? А ну давай по зеленому. Да ладно, что за читерская пушка? А поэтому? Все. Все, мы, короче, нашли оружие, которое реально мощное. Так. Еще ставишь, давай. Мне понравилось, как вы их уничтожаете. Это очень круто. С одного выстрела, любого. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, форум, Профит, Васаби, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. У нас сегодня очень классный обзор на монстров Garden of Bamban. Если тебе хочется приятного аппетита, а мы начинаем обзор на мод. Погнали. Так, первый у нас монстр Chief Pixter. Пока весь Профит в него вселился, ну посмотрим, что он может. Они очень классно сделаны, поэтому я рекомендую вам сразу подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать крутых роликов на канале Dimas.tv. Если хотите с нами пообщаться, заходите. Ой, в наш Дискорд. Ты куда улетел? Так, а ну попробуй ударить меня, как они мочат. Одного раза мочат. Отлично. Он мне напоминает этого из Мадагаскара, вот это, люблю большие. Ха-ха-ха, кстати, очень похоже, да, есть такой. А я думаю, кого он реально мне напоминает. Так, ну что, давай, выселяйся с него, а мы будем его мочить, посмотрим, на что он способен. Потому что у нас сегодня очень много монстров, досмотрите ролик до конца, в конце ролика мы их всех взорвем. Так, отключаем искусственный интеллект, погнали. О-хо-хо, вот это он прибивает к земле. Так, давайте будем смотреть, сколько у него жизней. Берем РПГшечку. Ой-ой-ой, он за мной увязался. Ему не нравится, что я его стреляю. Он медленный. Ну да, он медленный, но там есть быстрые монстры, я вам скажу. По секрету. Так, дробаша достаем. А чё у него жизни-то сколько? Эй, мужик, ты чё? Не попадаю. Попадаю. Вот это жесть, пошло Мясилова. А где он? А, вот он в воду упал.
прикольный монстр, очень классный. Мочим, мочим. Ну не меня же, что вы делаете? Я люблю обычно всех мочить. Он не знает, за кем бегать. О, давайте шары R2, может поможет? А, сейчас попасть надо для начала. Только в притирку надо стрелять. А сколько еще у него жизни? Вот опушка с РСМ 2, берите. У него точно больше 10. Да, мы уже вынесли, там взрывами только вынесли мы сколько. Убил нашего. Отомстить надо. Есть! О. Вот это оружие испокон веков самое крутое. Да. Так, следующий у нас Coast Pickers. Вот это он нереально быстрый. Этот уже будет побыстрее, да, пацаны? А? Да, он разгоняет. А что это, слон на двух лапах? Лапы обрезали. Он сколько вот это мультика мне напоминает. Так, давайте будем мочить его. РПГшечку достаем. Пацаны, он обиделся на нас. Да-да-да, обиженный. Давайте, мы мочим обиженных. Давайте мы его отвлечем. Опа, раздуплился. Отлично, отлично. Ого, с ноги бьет. Ты футболист, что ли? Это жесть. Да за что трупы не исчезают? Тихо, я успею. Блин, не успел. А какой-то псих нереальный. А где он? А, вот. Все, отлично. Убили. Так, этого сейчас монстра буду физганом держать, чтобы он сразу нас не мочил. Следующий у нас... Ерафе Мелман. Что это за динозавр? Это жираф. Ой, ж... А чё у него этот челюха как-то делает не на том месте, где обычно? Его даже физганом, ребята, тяжело удержать. Вот я его держу, давайте мы его рассмотрим. Офигеть, у него зубы и челюсть под шеей. Очень офигеть, странно. Офигеть, у него зубы. Сразу видно, зубы чистит, все нормально. Блин, ну они страшные, я вам скажу. Реально какие-то стремноватые монстры. Поехали, мочилово. Блин, не могу попасть. Давайте тогда будем огнестрельным стрелять. А, мне кажется, надо заходить сюда и брать вот этот миниган. Этот миниган разрешит сразу все. Тихо, 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 успокойся. Да блин, не могу его так убить. Еще разок, попробуем. Ой, красиво ты ему подножку сделал. Это было эпично. Так, следующий у нас Хунтер Тим. Вот это он стрёмный. Классный монстр. Офигенно, респект разработчику. Ха-ха, сальтухи так все крутят. Тоже застрелят иногда. Да, кстати, это реально ежик. Давайте R2 шары проверим. Убивай. Да, отскакивает. А! Он освободился. Его освободили физганом. Тихо, тихо. Ого, он бьет. Вот это лящ. Лящ мечты называется. Поехали. Стоять, мужик. В конце ролика мы поставим всех этих монстров и взорвем бомбу мощно. Все-таки мне интересно, может быть монстры, у которых очень много жизни. А мы и так увидим, когда будем сейчас мочить. Ты смотри, что он делает. Наказывает сразу нас. Все, все, все. Лежит. Так, следующий у нас Джимми Ворм. Ой, а че за телепиздрик? Ого, он мочит! Червячок. Норм. Ого, я того наказал! Как вы думаете, сколько у него жизни? Мне кажется, у него мало жизни. Все шары поймал, все. А, ну понятно, эта пушка, конечно, читерская. Так, следующий у нас мистер Крокодайл. Вот это у него челюсть на животе. Так, успокойся, успокойся, мужик. Ой, что-то он вообще быстро слился. Скэри Джелли. Ой, что за звук? Что это такое? А что это? Он меня убил и сам умер? Да. А он на голове у меня, что ли, был? Да, опять. А то что? Я хочу посмотреть, как это делается со стороны. А ну стой, стой. Давай на меня. Давай, я хочу, чтобы он на тебя... Во! Жесть! И взрывается в конце. Классный монстрик. Да. Знаете, что я сейчас хочу сделать? Я хочу в него вселиться. И проверить, как это вообще оно в деле происходит. Кстати, он не так высоко прыгает. А ты не попадешь, мочи своих. Тихо, тихо, тихо.
А, все, я умер. А, получается, когда нажимаю выстрел, он сам взрывается. Так, Scary Pixter. А у него на руках какая-то штука. Офигеть. Так, все, подожди, не стреляй, не стреляй. Это что, он блюдо нам принес? Этого чили-пиздрика? Подойди поближе, подойди, посмотри в этот челюсть ему. Зубы не... Ха-ха-ха, я специально включил искусственный интеллект, чтобы он тебя убил. У него ножик в руках. Он кидается этой штукой. У него бесконечный... А, прицепился, жопа, прощайте. Он раскидывает эти штуковины. Блин, вот как босс получается. Еще одного кинул, уже трое их. Ой, чувствую, будет мясо сейчас. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте РПГшечку возьмем. Мы тогда его быстро убили, значит, в этот раз убьем. Четкое попадание. Все, есть, сложили. Отлично, там уже 500 тысяч патронов пацаны выпустили. Это неадекватные. Форум задолбал. Так, Шарки Кли. О-хо-хо-хо, быстрый монстр! Я так понял, у этого разработчика по приколу делать челюсти на животах. На животах. Двухчелюстные. С одной ест, другой срет. Нормально он бегает. Я наблюдаю, как он пацанов мочит. А, ну и сам неплохо мочится. Неплохо ты его ядром растер. Так, поехали дальше. Silent Steve. Чё за змея розовая? Отвали от меня, змея! Змея, отвали! Питон. Какой это питон? Это кобра. Кобра королевская, розовая. Это форум. Это форум? Вы мгновенно ее убиваете. Ну, эти шары реально, ребят, ну не классные. Согласитесь, как они мочат. Следующий у нас Синки Андрей. Андрей? Ну так на Андрею. Чего у него с щупальцами колбасит? На дискотеку что ли пришел? Тихо, 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 мужик, успокойся. Не мочи нас сильно. Он медленный. Надо по щупальцам Блядь, что с ним? А че он картонный стал? А он умер. Это очень странно. Реально странная у него смерть. Сразу задубенел. Так, и последний у нас Линки Джо. Побежал, побежал. Тихо, тихо, мужик, успокойся. Ну он медленный, в горку как-то медленно бежит. Давай, догоняй, догоняй, ты сможешь. Ребята, даже без бинни-хопа легко убегать. Опа, замочил. Он пусть меня убьет. Ой. Мне кажется, сейчас его пару шаров, и он сдохнет. Давайте понаблюдаем. Я был прав. Так, ребята, как и обещали, очищаем карту. Сейчас я поставлю всех этих монстров, и мы скинем на них маленькую бомбу. Надеюсь, сейчас будет очень эпично, и мы проверим все-таки, кто из них самый живучий. А я заметил, что у них жизни не одинаковые у всех, по-разному. Кто быстрее умирает, кто медленнее. Вот эта крячка сразу умрет. А, ты думаешь? Ну, наверное, я да. Думаю, да. Ну, потому что вот эти маленькие. Ой, пропустил. Вот. Сейчас еще мы народ здесь где-то влепим, чтобы радиус был одинаковый. Вот так вот. И вот здесь вот. Так, сейчас оставлю сюда бомбочку одну. Заходим в NTT, Greenwich. И бомба у нас SC-1000. Мы ее сейчас четко положим. Вот так вот. Так, надо теперь по бомбе стрельнуть. О, нет, мы не так сделаем. Мы не так сделаем. Я ее скину чисто по центру. Чтобы было эпично. Вот. Все, ребята, бомба летит. Отлетайте. 3, будет мощно. 2, 1. Погнали. Один, да, скорее Джелли умер. Да, я знал, что он слабенький. Так, еще живые. Еще одну бомбу, ребята, сбрасываю. Еще одну. Чисто по центру буду стараться. Бомба летит, отходите. 3, 2, 1, 0. Ноль. Еще, а, это мы умерли. Это хорошо, умер. Еще одну сбрасываю. Мне нравится их сбрасывать. Все, бомбочка летит. Отходим. Уже полкарты черные. Вот это дым от этой бомбы. Подальше, чтобы не зацепило. Живые. Живые. Но это хорошо. Это прекрасно. Давайте мы две сбросим бомбочки. Одна взорвется, и вторая сразу ее сдетонирует. Будет взрыв такой над землей как бы. О, еще двое умерло. Так, и в конце сейчас получается у нас останется какой-то выживший. И это будет самый мощный. Дим, давай Марк 77 бомбу. Не-не-не, вот эти самые оптимально будут, оптимистичные. Еще две бомбы. Вот сейчас, кстати, очень много монстров умрет, так что готовьтесь. Подальше отлетаем. Успею, не успею. Слинки Джо умер.
Неплохо. Кинул бы больше, но есть такой вариант, что если я скину много, они все умрут просто. И мы не поймем. Гаррисмот вылетит. Гаррисмот, скорее всего, не вылетит. Еще двое умерло. Так. Напишите, ребята, в комментариях, как вы думаете, у кого самая большая жизнь? Мне кажется, вот этого вот слоника. Или Андрея, да? Андрей уже умер, все. А, Андрей умер, все. Кстати, червяк жив. Ну, нифига себе, сколько уж у него жизней. Вот это бомбы, они трассирующие. Прям смотрите, как осколки отлетают. Прям видно эти полос. Живые. Вот сейчас, мне кажется, уже точно кто-то умрет. Даже одну бомбу сброшу. Потому что шанс, что они умрут сейчас, очень большой. Обидно будет, если все сразу умрут. Нет. Крокодайлус умер. Так, слоник все-таки живой. Все-таки давайте две еще разок. Мы сейчас выясним, кто из них самый крутой монстр. И давайте еще подальше отлетим. Ой-ой-ой, они не могут все. Чё получается, ёжик самый мощный? Он иголками защищал. Наверное, ёжик. Да, у него панцирь крепкий. Давайте еще одну бомбу на него сбрасываем. И все, я думаю, это будет точка в его жизни. 3, 2, 1. Не. Живой. Нет. Живой, я понял. Пацаны, я рекомендую, отлететь далеко. Ой, вообще жесть. И, ребята, сейчас я очищу карту и скину очень красивую бомбу. Это просто был красивый ролик. Так, очистил карту. Давайте мы ее сбросим где-то здесь, чтобы там... А, хотя, наверное, пока долетит, туман спадет. Ребята, есть очень классная у нас бомба. Сейчас я вам покажу. Она очень классно взрывается. Готовы эпический взрыв увидеть? Давайте вот здесь мы сбросим. Конечно. Одна бомба. Смотрите, что одна бомба сделает. Это будет очень вот красиво и огненно. Где? Классно взрывается. Вау. Да, она такая. Предо мной, я не стал ничего делать. Это жизнь. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А я бы.